Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу целых три очень сильных, крутых, эффектных фокуса с картой. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите видеть больше таких подборок, то прямо сейчас пишите в комментариях больше подборок. Первый фокус у нас выглядит примерно вот так. Берем колоду, немножечко ее перемешаем, и сейчас мы будем делать такие вот странные движения. Парочку поснимем, часть карт заберем и еще разочек поснимем. Далее я так слистаю по одной карте, и ты мне говоришь стоп, к примеру, вот здесь. Отлично. Мы повторяем это, еще разочек поснимаем, какую-то часть забираем, еще разочек поснимаем. Я так скидываю карты, и ты мне говоришь стоп. Отлично. Повторяем еще раз. Допустим, подсняли здесь, эту часть забрали, вот так вот подсняли, я вот так вот слистываю, и ты мне говоришь стоп. Окей. Ну что, давай просто дальше перемешаем колоду. Я так буду слистывать, ты мне скажи стоп. Давай, стоп. Это мы забираем. Смотри, у нас есть 4 стопочки, да? Все было случайно, перемешивалось. Ты говорил стоп, когда хотел, мы поснимали, забирали вообще куча карт. Все максимально было случайно. Но если мы посмотрим, мы убедимся в том, что у нас есть 4 дамы. Вот и обучение на этот первый реально интересный, простой, самое главное, фокус с картами. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши свое мнение в комментарии. Ну и погнали обучаться. Для этого фокуса вам необходимо немножечко подготовиться. Вы берете, достаете 4 дамы. В принципе, это могут быть абсолютно любые другие 4 карты. 4 туза, 4 короля и так далее. Я же буду использовать 4 дамы. Что мы делаем? Берем и кладем их на низ колоды. Вот, они у нас лежат внизу. Далее, что мы делаем? Мы подходим к зрителю, и наша задача якобы перемешать колоду карт. Как мы это делаем? Мы берем мизинчиком, отсчитываем нижнюю часть. То есть вот взяли, отщипнули. И когда мы забираем якобы нижнюю, мы забираем, получается, уже не нижнюю, а, грубо говоря, среднюю часть. Поднимаем ее и вот так вот перемешиваем. То есть у нас внизу карты как лежали, так и лежат. Дальше, что мы делаем? Мы мизинчиком отсчитываем нижнюю карту. Далее ставим ее на вот такой вот разлом. То есть вот у нас колода карт. Мы мизинчиком отсчитали одну карту, перехватили потом в правую руку, когда колоду. У нас здесь вот такой вот зазорчик. Он маленький, давайте сделаем побольше, чтобы вы понимали. И что мы делаем? Мы берем, подснимаем раз колоду, два. Далее мы делаем такое движение. Мы соединяем эти две стопочки. И у нас получается уже теперь здесь разлом на двух стопочках. И таким образом у нас получается уже наверху лежит одна дама. И три дамы лежат внизу. Так как у нас здесь разлом, мы когда соединяем, у нас получается разлом вот здесь. И здесь получается лежит сверху дама. Что мы делаем? Мы берем, подснимаем просто какую-нибудь верхнюю часть, отлаживаем ее в сторонку, далее подснимаем с брейка, то есть на нашей даме. И здесь дама остается лежать внизу. Мы скидываем и, допустим, еще раз скидываем. Все. Мы уже зарядили первый этап, первую даму. Мы говорим, я так буду слистывать, и уже слистнули. И уже положили сюда первую даму. Еще раз. То есть, окей, давай, скажи мне стоп. Здесь. Отлично. Подровняли. Дальше делаем то же самое. Мизинчиком отсчитываем одну карту. Ставим на разлом. Подснимаем раз, два. Соединяем. Подснимаем какую-нибудь часть. Сбрасываем, поснимаем с брейка, здесь у нас дамы, мы подсняли, бросили, подровняли, уже еще одна дама лежит наверху, мы скидываем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, допустим, стоп, здесь, окей, подровняли, делаем все то же самое, одну карту мизинчиком отсчитали, здесь, 1, 2, допустим, подсняли, подровняли, какую-нибудь часть карт забрали, скинули, здесь скинули с брейка последнюю даму и кинули еще разочек. Таким образом, еще одна дама лежит наверху. Опять скидываем даму. Все дело закидываем. Стоп, отлично. Теперь осталась одна дама. Мы просто здесь перемешиваем колоду таким образом. То есть скидываем по одной карте. И таким образом наша дама оказывается снизу наверху. Все. Еще раз, наша дама внизу. Мы перемешиваем. По одной карте она оказывается наверху. Далее скидываем по одной карте, говорят нам стоп, мы также забираем. То есть здесь действительно очень много всего происходит для того, чтобы запутать нашего зрителя. И в итоге далее мы переворачиваем и показываем то, что у нас есть 4
Да, это действительно очень простой и очень интересный для начинающих фокус с картами. Но мы погнали смотреть дальше. Так, в этом фокусе мы берем колоду карт, можем ее как-нибудь перемешать, можем ее как-нибудь подснять. И попрошу тебя следить внимательно за тем, что будет происходить. Я возьму три карты, отложу их в сторонку. Возьмем нашу колоду, допустим, 5 минут ее перемешаем. Я прошу тебя выбрать абсолютно любую карту, какую хочешь. Вот эту. Твой свободный выбор. Смотри. Что мы делаем вообще? Сейчас карты нам эти не нужны. Смотри, поставь свою ручку, я возьму, положу тебе сюда твою карту. И попытаюсь с помощью своих трех карт раскрыть твою карту. Держи прям ее крепко у себя в руках. Зритель держит эту карту у себя в руках. Окей, погнали. Так, первая карта мне покажет цвет. Твоя карта красная. Вторая карта покажет значение. Дама. Третья покажет масть. Черви. Дама, черви. Именно дама черви была у зрителя все это время. Очень простой, интересный фокус с картами, ребята. Погнали обучаться. Ребята, вот и обучение на второй. Действительно тоже очень простой, интересный фокус с картами. Для этого фокуса вы берете и достаете даму черви, даму буби и любую левую красную карту. То есть это ваш сетап, ваша подготовка. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем всю колоду карт и делим на черные и красные. То есть вот, вся колода поделена на черные и красные. Пока что все очень просто. Да и в принципе фокус простой, так что ничего сложного здесь не будет. Мы берем, кладем наши верхние. Мы глубину кладем наши три карты наверх. В таком же порядке. Дама, дама, черви. Все. Что мы делаем? Берем колоду, якобы ее перемешиваем. То есть очень много есть способов. Я уже обучал не один раз, поэтому в этом видео я вам рассказывать не буду. Что мы делаем? Мы берем и просто сверху вот так вот отсчитываем три карты. То есть не вот так вот, а именно вот так. Раз, два, три. И кладем их в сторону. Далее можем, в принципе, опять как-то перемешать колоду карт, да, и попросим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Мы знаем, что у нас здесь вот лежат куча красных карт, здесь уже начинают лежать черные карты. И все, что нам нужно сделать, это просто проконтролировать, где берет зритель карту. Возьмет здесь, окей, показывайте другой фокус. Берет здесь, шикарно. Берем эту карту, кладем ее вот сюда. Далее. Берем всю нашу пачку из четырех карт и ставим две карты на брейк. Далее нашу руку наклоняем чуть-чуть на себя и просим зрителя поставить такую ручку. Он ставит так свою ручку, мы берем и вытягиваем уже нижнюю карту. И кладем зрителю на руку даму черви. То есть взяли, так, еще раз. Поставь так свою ручку, окей, смотри. То есть, в принципе, зритель этого не заподозрит. Что мы делаем? То есть вот, уже дама черви лежит у зрителя на руке. Мы говорим, смотри, первая карта покажет мне значение, то есть цвет. Мы говорим, первая карта покажет мне цвет. Красный, то есть твоя карта красная. Вторая карта покажет значение. Дама, то есть как бы логично уже, да, то есть дама, окей, красная дама. И третья карта показывает значение, это дама черви. Очень прикольный, очень интересный, простой фокус с картами. Ребята, все обязательно прямо сейчас ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и пока!